Привет, друзья, с вами Растафари, это буквально одна коротенькая новость, касающаяся возможности быстрой прокачки на этапе ZBT2. Специально для тех, кто не успел достигнуть нужного 49 уровня, и у кого есть персонаж хотя бы 21 уровня и выше. У всех тех появилась возможность, зайдя в личный кабинет, мгновенно прокачать персонажа до 49-го, правда, пока что кнопку еще не добавили, обещают в ближайшие часы. Не знаю, необходимо ли прокачивать персонажа именно выше 21-го, или это необходимое условие для возможности в принципе такой прокачки, и допустим можно будет перейти на другой сервер и там прокачать нового персонажа. Проверим это все, когда фактически это заработает. Но в любом случае взять 21-го это дело буквально одного дня, поэтому я вас призываю перейти к нам на сервер ZBT1, где я буду собирать сегодня с нуля по сути гильдию BLG. Как раз вместе побегаем, все посмотрите, все расскажу, покажу, ну и конечно приглашаю к себе на стрим. В любом случае, ссылочка на нашу голосовую связь Discord, там удобно можно сидеть и с телефона, и с компьютера, и даже с браузера, вы найдете в описании. Там же будет ссылочка и на стримы, которые сегодня будут и на платформе Твича, и на Ютубе, и даже через паблик ВК. Заходите, стрим будет короткий, всего лишь пару часов, потом нужно уехать, но ночью опять же продолжим.